Надо пронять, что написано. Окей, мне ж надо это. Чем мне не говорите, что у меня захват экрана? Не это. Не включила. Так, кто со зрителей хочет поиграть с нами? Заходите. Трещи, давай. Опс. Что-то такое. Нет, мне вот эту игру, пожалуйста, найди. Вот, нашла. Саня, заходи. Мы хотя бы втроем поиграем. А то у меня там дела, и я просто это... Сейчас мне позвонят, и я убегу. Так и не поиграем. Я хочу вот эту игру. Она только вышла, но дохера дорогая. И... Я бы была не против принять ее в дар, честно так сказать. Пришла бы ее тогда вне очереди в... На Твиче, на стриме. Блин, не то нажала. Постоянно забываю, что на ноутбуке не так на следующую строчку. Чё сидим, кого ждем? Чат, расскажите, чё как. Заходите, порисуем. Old Forever Young. Сегодня ты не на работе. Сегодня воскресенье. О, чё, рассказать вам, как мне лечили зуб, а? Рассказать? Когда я сегодня пыталась рассказать одному человеку, он сказал, что не надо, потому что у него сейчас начнут зубы болеть. Что, хотите, расскажу, да? Чтобы у вас тоже зубы болели. Вот как-то вот так, если сделать.
Маленькая полосочка белая, ну что, нормально, да? Чуть поднять. Вот. Мне кажется, мой номер записан в список тех, кого пранкать надо. Позвонили в трубку молчания и сбрасывают. У тебя какой-то тайный поклонник, точнее поклонница. Или звонит, сбрасывает. Не, может быть, что-то другое хотят? Это у многих так. А номера разные? О, интересно, интересно. Саня, ты заходишь? Мы тебя ждем. Поиграем в плагиат. Черный список закинул. Давай заходи. Че вот это вот? Я должна уговаривать, что ли? На коленях просить или что? Я тут еще пол не мыла. Мне предстоит пол помыть. Я сегодня даже без планшета. Не буду даже его подключать. Буду мышкой рисовать. Так что буду на вашем уровне рисовать. Что тут? Неделю почти мне дома не было, тут все пылью заросло. И микрофон пыльный, ля какой, а? Чё ты такой пыльный стал? Никто тебя не вытирал, да? Никто тебя не лапал. Пакетиком накрыла? Да ладно, делать мне больше нечего. Вот, рыжий лис. Что, еще кто-то есть из чата? Там же обновилось, да? Или нет? Или не обновилось? Если вот так сделать. У нас в чате больше никого? Странно. Олд был вначале, потом ушел. Не знаю, мне ОБС надо обновить, потому что он некорректно показывает, кто в чате. Мне бывает показывает, кто-то мне типа пишет в чате, а этого человека в списке нет. Ладно, давайте поиграем в этот, в плагиат. Видимо, стрим прикрыл. Давайте, в общем, начнем, поиграем в плагиат, а потом посмотрим, может кто-то захочет присоединиться. Готовы? Рисуем. Так, и не подглядываем, да? Ту-ту-ру. Так, потоньше.
Так, а теперь... Блин, наушники стукаются в микрофон. Эй. А вот писать мышкой неудобно. Однозначно неудобно. Надо было музыку какую-то включить, да? Сейчас вы рисуйте, время еще есть. Что-то можно еще заливочкой залить. Да? Идти. Как-то так, не знаю. Я включу музыку какую-нибудь, да? Никто ж не против. Музыка, музыка, музыка. Сегодня, кстати, классную музыку слушала. Сейчас попробую найти, так чтобы с первого раза. О, вот эти вот играют круто. Мне очень нравится. Надеюсь, будет нормально слышно. Хочется найти тексты и подпевать. Я даже знаю, кто это. Thank you.
успела. Я не знаю, почему так быстро. Кто-то из вас, наверное, ну, нажал, дорисовал сразу же. А типа последующее это... Музыку потише, хорошо сейчас сделаю. Кто скажет, что это за музыка? Кто-то смотрел этот сериал или нет? Он уже заканчивается, да? Где-то же нос не успела поставить, точнее я поставила, но оно не сохранилось. Точечку там уже успела поставить. А ты не успел вообще? Кто не успел? Кто не успел нарисовать лисичку? Факторе ты не успел? Музыка, которая страшно подпевать, почему? Лиса стала залой. Делать настройки? Стар суперстар? Олд, это ты? Вот чё, у Фактори как бы это узнаваемый ник, но Санёк, понятно, это рыжий лис. Олд, почему у тебя стар суперстар? Ты чего? Настройки, время. Медленно? Обычно играем. А, понятно. Окей. Так, скажите, что за музыку поставить? Лиса пролетает на реку. Вы не угадали, из какого фильма, да? Ладно, давайте.
Что-то я опять загоняюсь в какие-то детали непонятные. Да? Тут уже нету времени прорисовывать эти. Лишнее нарисовала. Ой, что у меня опечатки такие. Ну что, готовы? Что-то я после слойки нарисовал в попыхах, а там еще 3/4 времени. Ну там можно ж типа это... Типа дорисовать, если ты что-то не дорисовал, можно типа изменить. Интересно. Интересно. Сейчас посмотрим, чуть-чуть тут послушаем с этого микса. Вот эту хотя бы песню, она мне нравится очень. Не получился шедевр, добавить нечего. Сейчас посмотрим, Санек, не переживай. Мы тут все такие. Легкий апрельский ветерок шатает крыши зданий. Два дома. Нормально. Легкий апрельский ветерок шатает крыши зданий. Одобряю. Зашел как лис, медведь и ежик в бар. Хорошее начало. Блохани крысы, которые на свинке, стоят на С. А я думаю, что маленький это такое? Маленький вамбат на большом вамбате. Мне почему-то это на вомбата похоже. Да, сейчас ссылку там. Сейчас. Я просто не помню, что у меня тут это. Что тут у меня скопировано? Нет, это не то. Привет, привет. Сейчас ссылку кину. Подождите, ребята. Всем добро пожаловать. Мне нравится это. Эта картинка нравится. Максим, да? Блоха на крысе, которая на свинке.
Но вот эта вот свинка похожа на вомбата. Вам не кажется? Очень похожа на вомбата. Ой, мне понравилось, хорошо. Космонавт загорает в космосе. Космонавт загорает в космосе. Космонавт в космосе. Мужчина в фартуке обмазал голову зубной пастой и лежит челят. Почему? На ежа вообще времени у меня не медведь, а капибара получилось. Чё, хорошо получилось вообще? Отлично. Крокодил на жабке. Крокодил на жабке? Крокодил Гены словил лягушку. Крокодилиха в шляпе выгуливает лягушку. Это так и выглядит, что почему? Нет, отлично вообще, отличные рисунки, мне нравятся. Максим, куда ты вышел? Вернись. Зеленая летающая ящерка. Нормально. Ящерка. Крокодил плавает возле чего-то. Все, Максим ушел от нас. Прикольно рисовал, кстати. Может быть, еще кто-то захочет? Можно без спешки. Как, ребята, хотите без спешки? Или в обычную? Ветер еще мог нарисовать. Ладно, давайте обычно. Все, поехали. Блин, ну что мне не пишет? Неправильно написала. Чуть-чуть не успел, но в следующий раз. Если что, ссылка. Thank you.
кстати, видела, блин, видела прикольные эти фотки есть там, где реально котята. Реальные котята. Такое сказала. Что сделала? Что сделала? Не то сделала. Так, время. Вы что-то там пишете? Ничего не пишете, отлично. А то я не успеваю чекать и туда, и сюда. Нормас. Ще треба додати сракопердюкового кольору. Извините за мой французский. Да, если у кого-то есть ссылочка на хорошую музыку, можете кидать в чат. Включаем на фоне. Нормально подписываю, да? Блин. Посмотрите, смотрите на меня. Ладно. Идем все черным цветом. А то я не успеваю. Я вот тут цвета меняю, что-то выбираю. Надо, наверное, подключить планшет и все черным цветом рисовать. Я неправильно рисую, ну правильно, да. Не вылазит. Ладно.
Чё? Ну окей. Кто заказал эту музыку? Это я включила. А что? Тебе не нравится? Кинь другую ссылку, я включу другое. Включись, заливка. Есть. Почему? Почему я не могу нормально сделать? Хочу плавненько вот так нарисовать, что у него тут ноги. Где у него тут ноги плавненькие? Вот такие будут ноги. Вот такие вот руки. Я даже написать ничего не успела. Все. Алену нужно на мыло. Поехали. Уокер Челаурат. Самое иронично заказывать эту песню. В пустом стакане вода, а рядом лев. Тигр ждет человека, который превратит его в воду в вино. А что ты говоришь самоиронично? Тигр ждет человека, который превратит его в воду в вино. Круто получилось, правда. Вышел пират на крыльцо почесать свое. Человек с холодным компрессом на берегу озера. Человек пьет воду из озера. Не нужно прислушиваться к припеву. Лев стал тигром, и Иисус запихнул его в ведро. Себе уродил. Я не знаю, не спрашивай. Не, ну озеро и человек сохранились. Нормально, я не совсем лох. Лиса в яме скрипит. Это лиса в яме скрипит? Скрип-скрип. Лисичка расстроена скрипом в лесу.
Стоял, села, упал. Лиса расстроена из-за скрипа в лесу. О! Олд, прикольно вообще, лисичка прикольно получилась. А чё вот это внизу? Заводила. Что это такое? Это листва упала. Кот в горшке. Кот в горшке. Кусты? А, я поняла. Кот в коробке офигевает. Офигевает, да. Фактори, ты можешь человек это... стоит на краю горы и наслаждается... Скинуть ссылку на музыку. Красота. Парень на обрыве наслаждается жизнью. Сижу у моря, радуюсь солнцу. Учитель учит ученяков. Ученяков. Казалось бы. Преподаватель показывает букву. Учитель просит учеников записать букву О, которую он держит. Напишите эту букву. Это точно не флаг, потому что здесь голубой, синий и желтый. Я просто трачу себя, всего себя на тебя. Время пострелять между нами борьба. Попадаешь в сердце, остаешься так. Любимка, я просто трачу себя. Так, кто там еще хотел? Все зашли? Кто еще хотел зайти? Ребят. Кидаю три ссылки, если никто не заходит, мы начинаем. Почему последнюю? Может быть, еще одну собираем? Выбирайте, если хотите другой режим, давайте другой режим. Можем без спешки медленный. Хотите? А что олд ты бы взял первую? Кого первую? Последнюю, первую. А все зашли? Да, без спешки.
gonna stop the conversation with just me. And trust me, I'll get a chance. Now we'll take my hand, stop. Pull the women into a box. Now we start to dance. Now we're singing like, girl, you know I want your love. You'll always have me for somebody like me. Come now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Run on my waist and put your body on me. Come now, follow my lead. Come now, follow my lead. У меня какая-то задержка страшная с проведением и с отображением того, что я провела линию. Таймер есть, появляется таймер, как только большинство нажимает. Типа большинство нажимает go, вот оно и это, и включается таймер. Да нет, я не хочу это делать. Да нет. С тобой не будем никогда не писать. Я даже не знаю, сохранила оно или нет. Только деньги меня не совсем. Я вижу, как ты смотришь на этих людей. У кого не своя я. Ты что-то говорил, что нету таймера? Странный лысый мужик. Окей, извините. Я не должна была это говорить. Зато твоя хуя. У меня планшет не хочет рисовать так, как надо. Блять. Да перестань ты, сука. Давай еще раз попробуем. Слушай, ты что-то это...
Я сам не видел, но мне так сказали. Я солдат, и у меня нет башки. Мне отбили ее сапогами. Йо-йо-йо, комбат орет, разорванный рот у комбата. Потому что граната, белая вата, красная вата не лечит солдата. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Я солдат, мне обидно, когда остается один патрон. Только я или он, последний вагон, самогон. Нас таких миллион, нас таких миллион. Я солдат, и я знаю свое дело. Почему? Это рага для тебя, мама, война, теперь ты довольна. Я солдат, недоношенный ребенок войны. Я солдат, мама, залечи мои раны. Я солдат, солдат, забытый богом страны. Я герой, скажите мне, какого романа? Почему? Что ты воспринимаешь, как будто я не точку ставлю, а хочу что-то вызвать? Ничего не хочу вызвать. Что я хочу вызвать? Ничего не хочу вызвать. Точки наставит. Ясно. Я, наверное, всего только один рисунок сохранился. Не знаю, посмотрим. А что, по поводу музыки нет предложений? Нет? Ничего не, никто ничего не хочет? Сейчас посмотрим. О, это нормас будет. Не вызывайся! Как сделать, чтобы не вызывалась эта менюшка, блядь? Что-то в настройках не так. Так. Опять. Да, молодец. Thank you.
Не знаю. Пишу, что вижу. Олд, а что это у тебя связь с сервером потеряна? А что-то случилось? Или это у меня что-то? Блять, а что такое? Когда, блин, хочешь что-то красивое нарисовать, оно всякую херню делает. Восстановилась? Ну хорошо. Тоже потерял. Странно. Что такое? Все что ли отвалились. Все, у всех все нормально. Нет, завис. И не рисовал почти. Ну, посмотрим. Вот у всех все пожаловали, что нет, завис. Кто знает, что это за песни были и кто их поет?
я знаю, что ты рисуешь. Я не знаю, сейчас посмотрим, ребят. Смотрите, что изначально было. Игрок игру играет. Кто там собаками стал? Алена потеряла голову от вида новой игры. Да. Чего? А что там написано? Переведи. А... Ладно. Ушел в туалет. Это ты про себя? Ты пошел в туалет и типа бросил игру? Кто убегает в туалет? Ого, бежит как. Человек бежит по коридору с зеленым полом. О, супер. Хорошо получилось. Да, логично, конечно. А кто играл за тебя? Гора из лис. Гора. Нормально. Гора собак. Понятно. Почему собак? Я вышла из ситуации. Ты же вернулся. Отличная получилась гора. Ёжик на проводах? Или на проводах? Может, он друга проводит в армию? Вижу. Почему это не Among Us-ик? Among Us видит убегающего человека. Убегает. Я тебя вижу. Ты убийца. Импостер. Классно получилось. Вижу небо в облаках. Денджер Лёха купил новые наушники от HyperX. Купил новые наушники Эпи. Эпи. Я не дописала. Эпи. Хайповые очерешенки. Хорошо. Вижу юность, пока. Как наушники превратились? Как наушники превратились в черепах? Скажите мне, пожалуйста. Еще явно это будущие ниндзя-черепашки. Черешня равно черепашки. Нормас. Мальчик чистит зубы. Угу, значит, это мальчик. Странный лысый мужик чистит зубы. Утро среднестатистического человека. Ну, логично, да. Главное, что Стар Суперстар понял утро среднестатического человека и нарисовал то же самое. Отлично получилось. Мне понравилось. Что, еще одну каточку? Да я пойду. Пора заканчивать.
Он, давайте в секрет. Стар отвалился. Давайте в секрет. Это будет трэш. Готовы? Я даже не вижу, что я пишу. Круто. Угу. Так, ну, наверное, здесь лучше. Да. Здесь лучше. Рисовать безотрывно. Сейчас я подумаю, что мне нарисовать. Вот так. Где-то вот здесь было. Вот так. И здесь. Как бы и всё. А никак орфографию не проверить. А все, надо было раньше. И все. Я не знаю, что еще. Не надо проверять орфографию, это же самое смешное. У нас так это на другом стриме гачечка получилась. До сих пор гачечка. И я все. Да, у нас телефон испорчен. Очень сильно испорчен. Приходите еще, он будет также испорчен. Легендарная гачечка. Блин, у меня почему-то фонит наушник. Когда сильно близко к микрофону подношу его. Фактория, у тебя такого нет? Фонит. Да. Да, блин. Ладно, проехали. Микрофона такого нет. У меня есть к вам, уважаемый товарищ директор. Не фонит, а фонит. Саня, давай, какая просьба? Не рисовать белым? Ну, понятно, надо черным рисовать. А кто-то пытался белым нарисовать? Плохая идея была. Я забыла музыку включить. А... Таёк, Макарёк. Я уже не помню, где это надо было рисовать. Ладно.
Да, ребята, можно писать. А, ты тоже запутался? Смотрим. Нафиг музыку. Да йог. Йой-йой, батарейка. Oh my heart. А вторая песня села батарейка. Это первая песня. А вторая какая? Там ремикс. Просто надо Duracell брать. Солнце в небе весело смеется. Нормально. Похоже. Солнце насмехается над облаками. Облаками. Грустные облака и солнце на плюс. Отлично. А чё тут? Вот, отлично, по-моему. Вижу, что ничего не вижу. Отлично. Выключен свет, чел в ахуе. Чел. Дайте свет. Хорошо. Главное, что... сохранилась просвет. По идее нос, но больше похоже на пищевод с желудком. Лицо в стиле неоабстракционизма. Можно. Я не вижу, что пишу, но кот ля-ля-ля. Ну, кот ля-ля-ля. Кошачья морда. Кошка говорит мяу-мяу, а что ты скажешь в свое оправдание? Я ничего не скажу. Я скажу, что там, похоже, дождь собирается. Пакетик лежит на скамейке. Угу. Пакет на скамейке. Капает солнцем слепой дождь. А что тебе пришло? Пакет лежит на койке. Пакет лежит на койке? А что тебе это? Что ты видел? Тут что-то типа... А, белый лист? Окей. Белый на черном? Белым не рисуем, типа, оно ж не видно будет. В общем, кто там хотел? Нет, давайте еще одну. В принципе, нас мало. Кто еще там хотел? Нет, уже никто ничего не хочет. Сэндвич? Ну, давайте сэндвич. Можно в плагиат. Ну, плагиат это только рисовать. Хотите только рисовать? Давайте в плагиат. Давайте в сэндвич, потому что мы не играли.
На один рисунок больше рисовать? Ай, ладно, поехали. Кстати, я давно не покупала воду в бутылках. Угу, понятно. Как это понять? В общем, давно не покупала воду в бутылках, а потом в самолете мне дали вот такую замечательную бутылку, которая теперь со мной надолго. Она, блин, я ж хотела это. Она, такая бутылка была у меня не только в самолете, поэтому я за 3 дня привыкла пить из такой бутылки. И, в общем, как-то не знаю. Опять. Да что такое? Ну, ладно, будет вот такой глаз корявый. Ладно. Пойдет. Так. И блин. Эть. Ого. Окей. Блин, мне не нравится так рисовать. Какие-то панки хой, блядь, получается. Да что такое, а? Чё ты открываешься там, где не надо? Заколебало. Как правильно вот эта штука называется? Она называется правильно врап. Вы знали об этом? Нет, где-то не дорисовала линию.
То, ёк-макарёк, я ж линию хотела нарисовать. Линию. Кто-то что-то пишет, да? Я не вижу, что вы там пишете. Ладно, неважно. Я же черный включала. Моя прелесть. Я не успела. Медленнее? Выглядит как плагиат, а медленнее? Ну, типа, да. Как-то это, без музыки, сильно тихо, да, я ничего не рассказываю. Вам рассказать, как мне лечили сегодня зуб? Я думаю, вы не хотите слышать, как мне сверлили зуб. Да, и если бы мне делали сегодня укол, обезболивающий этот, не обезболивающий, а анестезии, то я бы с вами тут не сидела, сейчас не рисовала. Потому что прошлый раз у меня анестезия отходила очень долго. Просто неимоверно долго. Мне типа в 12:30 сделали укол, и до 7 вечера укол отходил. А этот раз мне укол не делали, чему я очень рада. Вот. Поэтому, собственно, я с вами сейчас пить. Да что ж оно такое-то, а? Почему я тут не дорисовываю? Где-то, где тут это? Где тут прокол? Пить. Ладно, будем без этого. Нарисуем его. Нарисуем ему вот так. Нарисуем ему. Вот так. Знаете, что мне это плохо становится? Когда мне что-то не получается. Нет. Я не успела. Окей. Вам смешно, да? Может, я тут задеваю эту кнопку чертова? Чё она у меня включается, не то что надо? Нет, я не нажимаю кнопку. Я не нажимала кнопку. Чё ты хочешь от меня? Чё ты нажимаешься? Так. Есть. Это кто-то очень странный. Пока рисовал, забыл рисунок. У меня тоже такое бывает. Я тоже рисовала и забыла, что рисую. Что рассказывала. Я вам про зуб рассказывала.
Ладно. Красиво получилось. Мне нравится. С учетом того, что у меня глючит планшет. Да? Что, готовы? Импровизация? Импров-шоу? Там, кстати, новый выпуск вышел. Буль-буль-карасики. Рыба в воде. Ну чё, мы пришли к рыбе. Нормально. Рыба сохранилась. Мне нравится. Очень красиво. Даже вот эти вот, вы видите, как похожи вот эти вот рыбы? Завод и рыжий лис. Очень, очень красиво воспроизвели рисунки друг друга, да? А тут даже буль написано. Отлично просто. Не отбавить, не прибавить? В принципе, неплохо. Булка хлеба в виде рыбы осталась. Нет, хорошо очень получилось. Блин, как же хочется покушать. Ты голодный? Каменщик? Почему каменщик? Почему как же хочется покушать, это каменщик? Голубая луна влияет на каменщика. Своровал хлеб, он голоден, работал 3 дня без еды. Как же точно? Саня, объясни, почему каменщик? Ваня, ты опоздал. Мы уже последний раз играем. Это просто шедеврально. Фигню со словами какую? Каменщик 3 дня не ел? Погода хорошая. У меня, скорее всего, что дождь идет. Мне не видно отсюда в окно, но, скорее всего, что дождь. Это вообще шедеврально. Ну, просто. Каменщик такой. 2 лиса скрипят на упавшую миску. Почему лисы превратились в малинового кота? Кошка залезла в шорты. Спасибо, спасибо. Я знала, что мой талант будет... Полицейский стоит на посту из постов в Инстаграме.
Полицейский стоит на посту из постов в Инстаграме. А-а-а, тот Инстаграм был. Я даже вообще его не рисовала. Красиво. Чувак из Роблокса. Красиво. Лошадь ест шаурму. Ням-ням-ням. Вот это человек. Разъелся полицейский. О, класс. Все нарисовали лошадь. И с врапом. Молодцы. Лошадь с сигой. Шум. Вы знаете, я на этой неделе была в гостях у сестры у своей, и там играла с племяшкой, которая 6 лет. Он становится больше и уходит в землю. В общем, и мы с ней играли в шашки. В общем, и я такая очередную шашку ее типа забираю. Она Пушкин такая, победил в дуэли. Чё? Такая, я опять такая раз-раз-раз походила, она походила, я походила. А, опять забираю ее шашку, она такая, чё? И такая еще руками такая, чё? Это-то чё? Ой, отлично, слушайте, отлично. Отлично. Что в конце... Мы все умрём. Мы все умрём. Ребята, отлично. Даже вот это то, что у меня буква С не получилась, нормально. Да вообще на лошадь не похоже. Да похоже было на лошадь. Почему не похоже? Похоже. Все логично, полицейский становится тяжелее и выдавливает посты из Инстаграма под землю. Мужикин стал готом. Не, почему? Хорошо, смотрите, кучерявость осталась. Пистолет и сударь, вы мертвы. Пистолет, сударь, вы мертвы, кучерявость. Отлично. Вот тут что-то еще написано? Что ты там писал? Что это такое? Скорее горцу. Сударь, вы мертвы. Отлично. Просто отлично. И мы все умрем, тоже логично все. Супер, мне понравилось. Вот это самый крутой альбом получился. Все. Уже под конец, я так поняла, что под конец уже все просекли, что это такое. Да? Все, мы классно поиграли, ребята. Мне, правда, нужно идти уже, потому что надо приготовить что-то покушать. Прикольно, да. У нас 6 человек было. 8 человек на стриме? 9? О, где-нибудь зрителей надо брать? Ну, я ж не могу каждый день играть в телефон. У нас 2 было. Да, я знаю. Я знаю. В общем, ребята, кто новенькие приходили, если вам понравилось с нами играть, приходите еще. Оставляйте свои заявочки в Дискорде, и мы обязательно еще поиграем в телефон. Подписывайтесь на канал, заходите в Дискорд. Оставляйте там свои пожелания по поводу, в какие дни вы хотите играть и в какое время. В принципе, мы почти каждые выходные играем. Следующие выходные, к сожалению, и не будет, но мы можем поиграть в пятницу, если сильно будете просить. Вот. Меня, если сильно просят, я соглашаюсь, такая, ай, ладно, я поиграю с вами. Чего ж. А так вообще играем в разные игры и срыдаем фигнёй. Так,
Так, конечно, конечно, не расходимся, потому что мы все вместе пойдем к очень хорошему человечку по имени Сергей. И уже разошлись. Ну, бывает. Главное, что вы все мои, это, дорогие, родные, постоянные зрители со мной. Это уже о чем-то говорит. Все, ребятки, всем сердежки. Приходите еще, буду рада вас видеть. Залетаем рейдом к Сереге.